Ребят, всем привет! Вы на канале Саня Механик. Сегодня у нас будет маленькое короткое видео. BMW E46, замена фильтра салона. Открываем капот. Открыли капот. И здесь, под лобовым стеклом, под вот этой пластиковой крышкой, находится фильтр салона. Здесь откруточку одну, проворачиваем вторую и проворачиваем третью. Клац! И снимаем пластиковую крышечку. И вот у нас фильтрик салона. Фильтр салона, конечно, резнющий наглухо. В мусор мы его выбросили. Сейчас здесь влажной тряпочкой протираем и ставим новый фильтр. Все внутри протер. Теперь ставим новый фильтр. Хочу обратить внимание, что у фильтра есть свои как бы пазики. Вот здесь такой выступ. Он у нас входит сюда. И с нижней части фильтра с одной стороны есть выступ, и с другой стороны выступ. Он у нас входит вот здесь, в корпусе. Тоже сейчас включу свет. Вот в корпусе тоже есть вырезы. Один и второй. Фильтр ставится пластиком вниз. Вот, вот этот паз. Сейчас я вам покажу. Вот он садится в свое место. И так же самое здесь внизу. Вот эти пазы садятся в свое место. Фильтр у нас стоял неправильно. Кто-то поставил его наоборот. Все. Теперь ставим пластиковую крышку. И защелкиваем. Такие интересные здесь защелочки на пружинках. Они на полоборота проворачиваются. Поэтому сложного ничего нет. И последнее. Клац. Все. Фильтр салона заменили. Очень легко и просто. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Саня Механик.